Всем привет, с вами Роб Собяка. Сегодня я расскажу про баги с новой перчатки Нау. Ну что, поехали. И первый баг будет, смотрите. Вот, допустим, человек на острове Слапов просто гуляет или получает перчатку Брик. А вы берете, смотрите. Вот, сейчас я умру. И в последний момент нужно нажать на Е. Ну, видите, как я не успел. Сейчас попробую. Это спустя 5000 попыток. Угу. Вот, смотрите, появился вот тут портал. Они как крыски побежали. И они охотятся сейчас на Эмеральдского. И смотрите, они посыпались прям к нему. Угу. И... Эй! И вот. Я сдох. Второй баг. Чтобы этот баг получился, смотрите. Вот, допустим, человек такой, камень. Я не могу сквозь него пройти. Мы нажимаем Е прямо в камне. Вот появляется Энтернау Бобики. И они его поедают. Потом появляется рука. И вы можете проходить сквозь камень. Но люди вас все равно могут ударить. Но зато, если вы построите такое большое, то можно в мини-игру какую-нибудь сделать. Кстати, хорошая идея. Следующий баг этот. Смотрите. Вот, допустим, облако. И вы на облаке. Так, Эмеральдского можешь прыгнуть? Вот, смотрите. Так, отойди. Вот. Вот вы можете заспавнить. Потом подлетаете к нему. Чтобы к вам присел Эндернау Бобик. И смотрите, он у вас тут прям сидит. Но вы не можете управлять облаком. Но он просто сидит у вас. Вы можете еще заспавнить, если хотите. Вроде как можно много, бесконечно, но я не знаю. Следующее я хочу вам показать, как получить самую сложную присложную перчатку. Это дефолт. Короче, смотрите, вам нужна перчатка Роб. Короче, вы должны, так сказать, съесть клона, чтобы получить самую сложную перчатку. Вот смотрите. Вот мы его съели. И смотрите, вы можете бесконечно бить клона. И вы получите самую сложную перчатку дефолт. Что сказать? Ну а с вами был Роб Собяка. Увидимся в следующем ролике.